Привет, привет тебе, Елена. Какое прекрасное, какое имя прекрасное. Мне так приятно с тобой говорить, потому что ты в прошлый раз, когда мы делали с тобой встречу, ты покорила сразу всю нашу аудиторию. Школа «Человек будущего» Homo Futurus. И все задавались вопросами, как же ты сумела из такого тяжелого состояния выйти в такое состояние творческое, которое ты раньше была до своей тяжелой контузии и болезни. Как же ты сумела? И поэтому сейчас мне так приятно с тобой говорить, особенно под эгидой моей картины, которая называется «Берегиня». Видишь, какая картина? Да, прекрасная картина. «Берегиня», чтобы каждый человек мог находить у себя точку опоры вопреки всем обстоятельствам, в любом стрессе, чтобы выходить на свое состояние восстановительное и на творческое. Так. Собственно, как я пришла к созданию программы своей, которой вот сейчас я с вами кусочком поделилась, да, за эфиром, и почему так важно держать себя в балансе и находить опору, потому что как только мы проваливаемся в состояние дисбаланса, у нас появляется неуверенность в себе, у нас появляется тревога, мы находимся в постоянном стрессе, мы находимся в нестабильном эмоциональном и физически, самое главное, состоянии. Стоп. Вот ты когда говоришь это, ты покачиваешься. Да. О, на что надо, чтобы все обратили внимание, потому что у тебя идет мысль, ты помогаешь быть свободной, тем, что поддерживаешь подсказки организма. Конечно. А самое главное, я заметила, что раньше я волновалась, вот я садилась, напрягалась, и у меня то спина заболит, то я заикаться начну, то я забуду, и просто вот это... Ну что это такое? А тут я сижу, покачиваюсь, и если кто-то этого не понимает, очень жаль. Для тех же, кто понимает, насколько нам важно сохранять наш вот баланс, те люди поддерживают это. И так вот, для того, чтобы реализовать... Стоп. Но не на людях покачиваться, а не на людях ходить туда-сюда по комнате, стучать пальцами, качать ногой, чесать голову, жевать жвачку. Не на людях. Да. А в удобное время у себя дома, когда у тебя есть сложные мысли, ты их размышляешь на фоне покачивания, переживаешь, соединяешь колебания с переживаниями, снимаешь напряжение и вырабатываешь точку опоры, чтобы на людях тебе не надо было качаться. Да. Во-во-во. Так. И для того, чтобы именно создать эту точку опоры, я хочу наших с вами зрителей пригласить на вебинар, на котором мы еще раз подробно разберем, для стареньких, да, мы повторим, а для новеньких мы научим методу ключ, и дальше я для вас подарю медитацию, песню, которую я использую на своих детях и которая показала эффективность не только в военное время, в боевых условиях, но и когда нам нужно стабилизировать самого себя или когда рядом с нами есть маленькие дети, которые перенимают наше состояние, а мы их не можем научить ключу, потому что это пока не укладывается в их голову, в их сознание. Маленькие, и неважно, будь это грудничок совсем, там 8-летняя дочка, как у меня, или 15-летний сын, заходит одинаково, и это состояние, оно потом закрепляется внутри, и самое главное, оно дает вот эту опору, уверенность и баланс. Именно, и для школьников тоже. Да. Потому что метод ключ, синхрогимнастика по методу ключ уже в учебнике по физкультуре профессора Матвеева для старших классов, для 11-10 классов. Вот, пожалуйста. Так что, давай песню. Итак, песню прямо сейчас. Давай в следующий раз, когда все соберутся, да, ты начни с этой песни. И ты расскажи, как ты покачиваешь ребенка.
и как он приходит в состояние комфорта, и что ты подбираешь ему ритм, что дело не только в покачивании, а в чистоте покачивания. Это тот самый основной такой секрет науки, который я открыл именно для того, чтобы все люди научились находить у себя точку опоры. А сейчас, пока мы собираем людей на наш вебинар и всех ждем, я хочу сказать о том, что действительно очень важны вот эти наши ритмы и наши состояния, потому что даже если у нас есть ритм, но при этом мы находимся в негативе и в стрессе, да, особенно сейчас поймут мамы с маленькими детьми, да, то у нас вот эта вибрация, она неуверенная, она шаткая. А как только мы это наполняем нашим светом, вот тогда-то и приходит уверенность, и приходит баланс. А дети развиваются здоровыми, да, и способными, и счастливыми. Давай, все, я готов, давай. Поэтому, дорогие друзья, в ближайшее время мы объявим дату. Всех ждем на наш вебинар. Готовьте пледики и уютные места, потому что мы будем создавать для себя очень комфортные условия. И запомним его на всю жизнь, чтобы в нужный момент за секунды воспроизводить в любой обстановке. Да. Спасибо, да, тебе. До встречи. Спасибо вам, Хасай. До скорого. До встречи, Лена. До встречи.